Народ, продолжаем наше развлечение. Увлечение. Омега. 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 Ну, тут, наверное, без вариантов, только нет. Вот дерьмо. Пробуем выцепить хотя бы омега сарка 42 на 14. Блин. И дерьмо, эти дерьмища. Ну ладно, сарка у нас несется, ты уже проверял. 42 на 14. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И вообще выцепить-то. Если фундаменты не помогут, я не знаю, я могу на другом сервере, в принципе. Здесь проблема вся в том, что если я им покажу, как залазить сквозь текстуры, не меня забанят. Я, может, потом проверю. Надо еще будет пару обзоров сделать. Ну, хотя не обзоров, даже посмотреть просто игру. Так, а он где-то здесь получается, да? О, вообще отлично. Чувак, там, где мне и нужен. Вот так вот.
попал. Редко. Бешеная скотина-то, а? Капец какой-то. Лютый трэш. Под водой, конечно, с ним лучше шутки не шутить. Стрел хватило мне впрятык. Пипец, он еще и по суше бегает, как умалишенный. Ёлы-палы. Я не умалишенный, а как бешеный, не знаю что. Даже сравнить, блин, не с чем. Ужас какой. Так, ладно. Сейчас мы будем добывать омега яйца, а его убьем, омега кровь нужна. Кстати говоря. Главное омега яйца. Так. Так вот. Ну, пошли. Выколдашивать с него яйца. Заняться мне больше нечем. Ну, не знаю, че так разнесет мне эту базу, дальше что делать-то, блин. Бесполезно строить новую. Начнем с этого. Ай, как же меня это напрягает-то. Заканчивать сезон арка на этом. Вероятнее всего придется. Посмотрим, снес, не снес. Не. Ну, говна накидал, конечно, прилично. Как всегда, в принципе. Тарарам. Пролак. Надо им динофуд, короче. Значит, мы тут
и что будем получать до третьего поколения, да? Так, то вроде баба же была. Ага. Ну, пошли Дина Фуд Пойшн возьмем. Что еще остается? Так, а что там вообще на Дина Фуд Пойшн-то нам надо? Так, не сушка эти, да? Ну-ка давай-ка не сушку мы проверим. Парить себе не буду. Размножим их. Ну, здесь попроще можно яйца добывать. Так, ты хоть сижу, хоть какой-то нагулял, молодец. Я вижу, что он гадит под себя. Ну, блин. Ничего, вот так вот и кормить сейчас. В принципе, можно. Это не обломно. Этому бедному срать даже ничего. Конец. Да, его сейчас надо будет убить. Нам нужна его кровь. Ладно, посмотрим, как он будет запарываться на моей базе в этот раз. Я говорю, он, скорее всего, уже не будет читерить, и мне кажется, он-то посливает довольно много живки, даже добить ее не сможет. Делаем ставки, господа, или он также просто попрется в наглую все атаковать. Опа. Торопим. Пока.
да? Я предлагаю летать на мантикоре, потом всех жрать, убрать нифиг делать. Так, ну берем демоник. На, селектикал. И демоник. Важное одно, что я делаю постоянно. Так, а мне надо сейчас проверить кое-что, знаешь, интересное. Так, 17.59, отлично. Если будет ровно 18.00. Как тут время течет, мне интересно. Короче, берем шарка. Ровно 8 часов будет. Ой, 6 часов. 18.00, блин. Все, у меня уже крыша едет. Я тебя выгрузил, да, посмотрю во сколько. Вот во столько, да? Беленьким. Все, выгрузил шарка нашего. Ща мы будем ждать. Хотя... Знаешь, что нам бы лучше придумать? Шарку-девочку. Кстати, это кто вообще? Это у нас шарк. Хотя ладно, второго шарка надо сделать с им детеныша, чтобы довести до ума все. Ну, после чего можно будет уже поизволяться, там 30% будет прибавка, ну да. Я, возможно, на этом сервере закончу уже играть, потому что задолбало меня это. Один и тот же человек, тут понятно, что читерит, админам похрену. А, доказать это, в принципе, нереально. Не, реально, но тогда я сам правила нарушу, начнем с этого. В итоге в бан еще и я учу, мне оно нафиг не надо. Грустная печалька. Так, селектиков пойдем. Попробуем на зубок. Селектиков, селектиков. Так, селектикал тризинозавр. Ну да. По стандарту. 26 на 28. Я бы его пошел усыплять кулаками, блин. Я могу.
Вид он такой подкоцанный. Он файлины пытается сделать, кому интересно. Да, чтобы сделать файлину, там надо положить демоническую душу. Мне же душ еще будет нужно, наверное. Ну, пофармим на мантикорке, полетаем. Вот это там горцанул так, а, чувак? Вот это интересно даже стало. Пошли хп зелье возьму. Сейчас не до жратвы. Все-таки остается вопрос, что делать, да? Не, ну у меня идеи пока вообще по нолям.
Как бороться с вилкой десерта с танком? Никак. Вкладываешь много раз, забываешь. Шо куды лужишь? Пазу. Быстро. Не, несутся-то они в некоторых случаях даже очень хорошо. Ну, только в некоторых. Остался только у нас демоник. Я потом сбегаю, пособираю, на мантикорке полетаю. Надо все-таки. А, шарка притамим сначала. Ну да, притамим шарка, потом, а потом суп с котом сделаем, да? Потом посмотрю, как завтра он мою базу раскрошит таким же успехом легким или нет, и положу хрен на это. Дебильный сервер, чувствую. Мне надоело, я не против того, чтобы мою базу сносили, но... Когда ее сносят читеры, да, как можно сносить базу вот такую вот, любую другую, если тут фундамент ставить, чтобы не кинуть в текстуру, залажешь, через текстуру кидаешь, я проверял, вчера не спалось, да, работает, но я боюсь, если я такое покажу, то забанят в первую очередь, блин, меня. Демоник Хуанадон, потом на мантикоре пойдем фармить души, что-то что у меня нету. Это мы все взяли, стрел хватит. Мне гиенодоны понравились. Демоник гиенодон. Трофи драгона притамить. Мне тут и поближе лететь. Попробуем его модифицировать, побегать на нем. Что скажешь? 73 на 64, да? Не знаю. Реально не знаю, ладно. Господи, сколько тут народу-то уже сегодня. Да до хрена.
Ой, здравствуй. Только вот попасть будет проблемней. Не, попал. Не ожидал, правда, это. Да-да-да, пошли под воду. Хотя... Бесится он, конечно, люто. И еще девочку захватил. Прикольно. Выглядишь ты, конечно, ужас. Яйца нужны. Так, мне еще потом души надо собирать. Ой. Тарарам-тарам-тарам-тарам. Ну, в следующей серии мы берем мантикорку и горцуем, блин. Мне нужны души. Среди голов демоников. Как и остальной нечисти. Дестройеров. Хотя я могу это все нафармить. Мориджинов надо будет пофармить. Ну да, хоть чем-то позанимаюсь. В принципе-то сейчас пока 18.21, да? Надо в 19.00 серию закончить будет. Так, ладно, я тогда сейчас серию на этом закончу. Следующий возьмем мантикорку и прокатимся. Всем удачи, всем пока.